figara la meta cuesta te cuesta tanto llegar y cuando ya estás en ella mantenerte cuesta más procura no descuidarte ni mirar hacia detrás. Итак, здравствуйте, друзья. Меня зовут Эльдар Сайфудинов, я руководитель проекта «Дом танца Босанова». И сегодня с моей очаровательной партнершей Кирой Куприенко мы с вами будем готовиться к выпускному балу. Итак, ну, король танцев выпускного бала – это вальс, и в данном случае это венский вальс. Итак, начнем учиться. Многие вообще не умеют танцевать вальс, и начнем с самого простого, с того, что мы возьмем, встанем с партнершей в пару, возьмем ее за руки и просто удобно встанем с ровной спиной. Это очень важно для того, чтобы мы стояли в собственном балансе и не наступали в итоге друг другу на ноги. Стоим ровно, и партнер с правой ноги, а дама с левой ноги, просто научимся держать ритм вальса. Просто топаем на месте ногами. Раз, два, три. Дальше продолжаем. Уже партнер с левой ноги, а дама с правой. Раз, два, три. Ну и соединяем. Раз, два, три, два, два, три. Раз, два, три, два, два, три. Я думаю, что это доступно всем. Это очень просто, но именно с этого начинается вальс. И еще раз попробуем. Раз, два, три, два, два. Еще раз, два, три, два, два, три. Раз, два, три, два, два, три. Дальше попробуем двигаться. Приготовим правую ножку партнер, левую ножку дама. Идем партнер вперед, дама назад. Раз, два, три. Назад. С левой партнер, с правой дама. Раз, два, три. И соединяем. Раз, два, три, два, два, три. Раз, два, три, два, два, три. Раз, два, три, два, два, три. Дальше начинается самое приятное. Мы должны встать поближе друг к другу. Итак, партнер держит партнершу левой рукой за правую ручку в районе кисти. Дальше правую ручку кладет на лопатку даме, вот сюда. Дама кладет свою левую ручку на плечо партнеру. Пока что не очень близко, чтобы все-таки видеть, как работают наши ноги, потом встанем еще ближе. И танцуем то же самое. Вперед партнер с правой ноги, назад дама с левой ноги. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Теперь добавляем к этому движению немножко вращения. Посмотрите, партнер шагает вперед, немножечко начинает вращаться вправо, делает шаг под корпус и делает подставочку. Все шаги надо делать небольшими, аккуратными. Поначалу это очень важно для того, чтобы мы не стаскивали партнершу, а партнерши партнера с ножек. Приготовились. И раз, два, три, раз, два, три. И по чуть-чуть мы с вами вращаемся вокруг оси. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Итак, приготовились. Значит, повторим сначала. Мы встали ровно, приготовили свое тело, дали руку партнерше. В этом уже начинается некий ритуал танца. С этого начинается. Партнер предлагает руку, дама соглашается, а кому не повезет, не соглашается. Встаем в пару друг к другу, кладем руки на спинку партнерши, дама на плечо партнеру и продолжаем. С правой ноги партнер, с левой дама. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Все достаточно просто. Теперь можно, чувствуя партнершу, чувствуя ее корпус, немножко двигаться чуть активнее. Но при этом все равно соблюдайте такую главную вещь. Не идите ножками вперед, не пытайтесь учить просто ноги. Пытайтесь учить движение корпуса и вместе с ногами. Раз, два, три. Корпус движется с ножками вместе. И я, как и Кира, сохраняю ровную спину для того, чтобы двигаться красиво, под музыку и удобно друг для друга. И раз, два, раз, два, три, два, два, три. Раз, два, три, два, два, три. Вот мы выучили основное движение вальса, но довольно, скажем так, это самое основное движение, но для выпускного бала хочется больше торжественности, поэтому мы выучим еще несколько фигур. Итак, смотрите. Партнер берет партнершу правой рукой за правую ручку, поднимает ее над головой здесь, и дама будет делать
вращение под рукой. Просто делать те же самые шаги, отбивая ритм 1, 2, 3, 2, 2, 3 вальса. Дама вращается направо 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Свободная рука у партнера лучше уйдет за спину. Еще раз. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Дама делает полный оборот за 6 счетов. 1, 2, 3, 2, 2, 3. И 1, 2, 3, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Теперь партнер может начать потихонечку двигаться вперед, танцует тот же самый ритм, а дама назад, и в итоге все будут, мы совмещаем и движение партнера вперед, и вращение дамы на месте. И 1, 2, 3, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Прекрасно. Перед этим движением мы выучим еще одно движение, чтобы потом все совместить в красивый танец. Итак, партнер руку убрал также за спину. Дама ручкой держит платье. Тут мы не держим платье. Итак, с правой ножки партнер вперед и с правой ножки дама вперед. Мы шагаем друг к другу. Раз. И поднимаем ручку. Два, три. Назад. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. И увидели друг друга. И 2, 2, 3, отошли обратно. Еще раз. Друг к другу, друг от друга. С правой вперед и с левой назад. Еще раз. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Теперь добавляем смену мест. Двигаемся друг к другу, потихонечку поворачиваемся. И друг от друга. 2, 2, 3. Еще раз. Друг к другу и друг от друга. И в итоге вот такая фигура. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Сменно мест. Раз, два, три, два, два, три, смена мест. А отсюда дама будет вращаться под рукой. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четыре, два, три, пять, два, три, шесть, два, три. Далее партнер предлагает даме руку. Мы вставим пару. Семь, два, три, восемь, два, три. И начинаем двигаться на счет раз, два, три, на сильную музыкальную долю, вальс, которую мы уже с вами выучили. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четыре, два, три, пять, два, три, шесть, два, три, семь, два, три, восемь, два, три. Но, конечно же, танец надо заканчивать поклоном, и не просто поклоном, а вот таким красивым поклоном. Посмотрите, мы начинаем движение друг от друга. Открываемся, раз, два, три, закрываемся, два, два, три, открываемся, три, два, три. И дама делает вращение под рукой партнера. Как это сделать? Левой рукой партнер дает рукой, берет даму за правую руку и вращает даму перед собой. И открываемся с другой стороны. И опять друг к другу. Раз, два, три. Два, два, три. И поклон. Три, два, три. Четыре, два, три. Итак, в медленном темпе соберем поклон еще раз сначала. Итак, друг от друга. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четыре, два, три, открываемся, пять, два, три, шесть, два, три, семь, два, три, и поклон. Итак, теперь соберем весь танец с самого начала. Мы начинаем с движения друг к другу. Рука у партнера за спиной, у дамы свободно или за платье. И друг к другу, друг от друга, поворот, поворот. Друг к другу, друг от друга поменялись местами. Итак, теперь мы будем вращаться под рукой. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четыре, два, три, пять, два, три, шесть, два, три. Встаем в пару. Семь, два, три, восемь, два, три. И вальс. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четыре, два, три. 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Ну и поклон. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 8. Продемонстрируем вам этот танец под музыку. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять,
6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На этом изучение вальса для выпускного балла мы завершим. Эти движения вы можете компоновать в разной последовательности, можете их повторять много раз и так далее. Но, собственно говоря, вот из этих движений вы можете сделать любой красивый выпускной вальс и чувствовать себя уверенно на выпускном бале и, может быть, все-таки стать королем и королевой бала. Спасибо вам.